Николай подгадал себе цвет. А чё там какой? Голубой. Лазурный. Лазурный, блядь. Чё-то... Ну хорош хрустит. Так, стоп. Ну... Что, завидно, что ли? Опять что ли чипсы жрёшь? Уши, блин, вянут от твоей фигни. Хватит. У меня чесночные таралини сегодня, всё нормально. Что? Тараканы у тебя чесночные? Тараини. Героин? Таралини. Ну, итальянские ресурсы. Так. Вот так лучше. Так лучше стало? Нормально? Не сильно громко? Во, сейчас ты тише стал, по крайней мере. У меня, короче, почему-то громкость микрофона обратно выкрутилась на 100%. Сука, мощь. Так, я вот же тебе еще говорил, ты громче стал. Ну, я откуда знал, что вдруг ни с того ни сего Windows решил выкрутить громкость микрофона на максимум. У меня, к сожалению, для 100 холста не хватило. У меня на 80% стояла громкость. Ёб твою мать, что это? Я только сейчас это увидел. Ватник, алло, ебать. Не знать ватника-то. Ну, Ворша, а там два цвета. Какого ватника? Там же два цвета, можешь вторым цветом синяк нарисовать. Уже поздно. Но, блин, тут понимаешь, надо было левый глаз тоже как бы закрашить его веки, чтобы как-то... Короче, цветов не хватает. Всё? Уву, мы вот все? Ты... О. Tres, dos, uno. Welcome to Drawful. You know, I heard six people is the ideal number for this game. I don't agree. Let's do this. Вставай, печенюхи, Феликс. Поехали, чё будем рисовать? Oh, пока shit. Не показывают, чё мне рисовать. Блин, пока хочу сказать, чё хочу, чё надо нарисовать, но я не могу. Чё это? Блять, как это нарисовать-то? Ну да, хороший вопрос. Я в теории представляю, что это такое, но... Никогда не видел этого. Честно, блядь. Ну, короче... Ну да. Рисовать. 666. А, блин, тут же. Чё-то тач глючит. Или не глючит. Чё за срань? Да какого хрена? Блять, мне чё-то... Что? Повисло. У вас ничего не повисло? Да, вроде нет. У меня что-то блять. Ну, ну, короче, да. Ёб твою мать, ну что происходит-то, блять? Бля, он так ватника прорисовывает, сука. Так я твою, так у нас у всех прорисовывается. В порядке, в очереди. А, кстати, с этим получается, что нельзя просто так картинку туда подгрузить? Или... Ну, кто его можно, знает? Можно, Аркадий делал. Он в предыдущей первый версии делал, где она просто сразу показывала. А тут интересно, конечно, как она среагирует. Кто там не успевает, Андрей? Я... У меня телефон, блядь. Сдох нахуй. Прикольно. Да, указ. Жесть, лицо этого карандашика. Три. Вообще, да. Два. Один. Ну, окей. Во, блять, телефон раздуп. Доброе утро, нахуй, телефон раздуплился. Вовремя. Вовремя. Блять, я еще и пукаю, сука. Да я рыгаю. Жбуй. And here are your choices.
One of them is the real title. Это ты? Ломак. Нет. Типа. Какой эти выборы? Да как бы. Хрен пойми вообще. Сейчас будет просто миллион байтов, ребят. Да вот я на один забывайся. Ну я забыть. Сейчас вот на это посмотрим. Ад, блять. Окей. Окей. Золота, блять. А, окей. А, теперь я забайтился. А, не, стоп. Нет, все забайтились. Все правильно. Фэшн, но тут про одежду прям. У него ж кепочка эта. Не забайтились. Штаны без подворотов. Штаны, да, да. Так широкие штаны, подвороты сейчас, упоротый. Я тебе сказал без подворотов, наркоман. Без подворотов, без. Ну и правильно. Слушай, блин, ушами. Ну да. Жопу. Отгадывайте. Что, блять? Лики? Фингер ликинг. Губ. Да, не вместилось, извиняюсь. Почему в кусочках курицы гвозди вбиты? Ну это, блять, ножки. Жирных гвоздей не хочешь? Да чё-то как нет. Quick, type in anything. А, я не знаю, что написать. And here are your choices. Один. 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 Нима фуд, сука, Нима фуд. Или это L? Ну, я не знаю. Мне кажется, я забайтился. Wait, наверное. Я, наверное, тоже забайтился. Ну, сейчас узнаем, кто на что забайтился. А, там был другой твинт. Хотя... Let's see what people picked. Ах ты ж, блин. Опаньки. О, о, о. Всё, окей. Ну, я первый вариант что-то как-то проглядел, потому что там этот... Автор финишит. А теперь я забейтился, да? Нет. Окей. Да. Нормально. Неплохо. 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 Первая, левая, да? Во, да. Ты упоролся? Я вот что-то не увидел сначала. Фингер ликингу. О, ебать, вы в английский, чё? Алло. Причём тут английский? Вот ты где это, блядь, видишь? Что, я люблю лизать пальцы. У KFC такой слоган. Да? Чё? Pills with PS. Do it in microphone. Вот. Чё, блин? Дребсы. Нет, не понял. По-моему, Андрей, да? Флекс, прости. Нет, не я рисовал. Я ничего не нарисовал. Не-не-не, я не к другому. Я Флекс не знал, что так подберет звук. Рассказывай теперь. Я промолчу. Рассказывай теперь. Сейчас, погоди. Сейчас все напишу, что надо. А, там еще же выбирать надо. Ну, блин. Тут один проебался. Ну, возможно, я обвинил тебя. А где Калигула? Что ты не делаешь? Да, я не успел, там на последней секунде. А Калигул тут вообще? Да. Призм. СМР, блять. А почему нет? Все выбрали. Так, короче, кто нас рогает в микрофон, блять? Окей. Окей. Потому что я слышу. Ну да, я как бы когда вариант ответа увидел, сразу понял. В душе. Дико, вообще дикой. Бра! Как вообще может был дикой заработать? Я думал, кто чуть-чуть пока. Окей. Ну да, окей. Понятно. Burping pills. Ну ругай. Ругательные. Еще и ругай. Ну так вот и. Пиздец. А, таблетки типа со звуком дрифтского микрофона, ебать. Это Андрей ест просто такие таблетки. Ну, это как бы да. Вы нихрена не догадаетесь, что это.
смысле? Че так точно подобрало звук? О, блядь. Уф! Такой прям. Что? Что? Prison Lovers, блядь. Кому-то казалось, что это решетка? Может, это решетка, откуда мы знаем. Бля, тут одно бейт, одно не бейт, чего выбрать-то? Тут больше бейт, чем не бейт, я тебе так могу сказать. Блять. Окей. У меня звук запаздывает. Чуть-чуть подтормаживаю. Ну, сорян. Че, я заботился? Да. Я говорю, тут больше бейт, чем не бейт. Больше. Я сначала подумал, что про другой. Вот это 100 пудов байт. Нет. Да ладно! А как понять, что они, типа, должны... Ну, типа, плюсики хиляются. Да! Паровой! Сложно, сложно. Да, ну, блин, а как бы ты нарисовал это? Слишком глубоко. Глубоко целуются. Что? Так, понятно. Не бейтесь сами, гайз. Не, я понял, что нарисовал. Feel as good about it as you can. И так. Правда, конечно, что-то не... С физикой как-то не ладно, видимо, но... Я поебался, что-то. А, не помню. В смысле? У вас 5 секунд. Рано. Блядь. Ёб вашу мать. Долбоебическая игра, блядь. Я знаю правильный ответ, блять. Я угадал. Я тоже. Ну тут вижу два. Ты просто Паш зря написал про землю. Okay. Я забайтил. Yeah. Причем я написал прямо так, блять. Ну и, соответственно, времени у меня не оставалось, я написал букву Ю, блять. А. Ага, я написал Ёс Магнетик Филд. Я прям так и написал ответ. Он мне пишет. Кажется, оно типа что-то совпало там. Что, блять? Что, блять? Что? Ну ладно. Буду рисовать ребус. Окей, ладно. Самая простая картинка в моей жизни, Гайс. Неправильно получилось. Вы не о том подумаете. Ну, блин. Блин. Ну... Удачи. Ладно. Удачи. Собственно. Я могу сказать то же самое. Удачи, блять. Просто трэш. Ща, пацаны. Тоже я удачи. Я так ужас нарисовал, ребят. Простите меня. Да тут все. Не очень. Ну тут у всех, как обычно, бывает. Жопа-жопа. Ну, да. Не знаешь, как нарисовать, а когда рисуешь, все равно хреново получается. Все равно тебя обосут с ног до головы, блядь. Сколько там?
Секунд 15 осталось. Да, около того, надо быстрее. Короче, ладно. Я... Короче, хуже, чем рисунок, да, он в 10 однократной серии. Так, рука. Ну ладно. Я даже не могу сюда от этого. Я причем первый раз нарисовал, у меня к этому курсору прилипла кисть, и все закрасилось, пришлось заново делать по-быстрому. Ладно, пусть будет так. Трипофобия. Респаунинг Джизус. Блять, вот это плай. Три байта. Собственно, возникает вопрос, что это были за синие точки, конечно. Ну как бы очевидно, что это плод. Это то, о чем я думаю, это будет пиздец. Тот шнипик это везде байт, Паша. Ну да. Ну да, это байт. Окей, нет. Ебать. Серьезно? Тебе бы только дрочки, блять, подумать. Опа, вот это мой байт. Ну ладно. Не звык, мам спагетти. Да-да-да-да. Да ладно. Бля. Ну блин. А что это такое вообще? Камон, ну камон. Ладонь. Есть! Yes! Ну а хэн это была бы вся рука, да? Окей. Изи. Арм, вся рука, хэн это, собственно, с ладонью, с пальцами. С обратной стороны, со всей. Хм. О, моя. Это XOF, что, блять? Дальше сами, гайс. Ну ладно. Идрюдес. It is good. It is good. Вот здесь согласен будет. Это XOF, сука. Чё-то изи. Чё-то подвис стрим. Потормаживать через это, через XOF. Here are your choices. Ой-ой-ой. Лучше, мне кажется, я забыл. Mm-hmm. Вот так вот, видимо. RTX on take my money. Неплохо, неплохо. Хороший байт, но... Главу надо из бэнк. Но я на это говно не куплюсь. And take my money. Слушай, это будет... Я надеюсь... Я надеюсь. Ах, да ладно. Да. Да ладно. Да. О, хорошо. Да ладно, иди в такую. Если ты не... По идее, как бы... А, да ладно. Ну это тоже я выбирал между ZBFO и этим. Эх. Вот мне кажется, ZBFO. Все-таки да, больше как бы перед этим. Ну ладно. Ну да. Типа скетч? Ты хотел... Нет. ZBFO picture, это же... В смысле, до и после. До. Я надеюсь, я Дрейк правильно написал? Я правильно перевел, значит. Я Дрейк правильно написал хотя бы? Да. Пришло. В удачи, пацаны, я хуй. Я хз. Ну, я понял, что это. Я руку там еще дорисовать не могу, чтобы понять. В принципе, пойдет. В смысле? Too close to real title, сука! Кто-нибудь... Ты смотри, тут может... А тут оно теперь говорит, что либо кто-то уже так ответил, либо это правильный ответ. Поэтому ты не факт, что правильно отвечаешь. Просто так же, как кто-то еще. Поэтому сейчас хрен просышь. Че, опять там какие-нибудь прописаны? And here are your choices. Вулфи. Ебать! А это волк? О, ебать! А это волк? Это был волк? Волк! Ебать! Угадывайте. Я, конечно, я не знаю, я, наверное, забатился, но, блядь, это жестко. А, тут одна грамматическая ошибка. Ага, вот это вот. В смысле? А, да. Блин. Иная. Ладно.
in a wheelchair, все нормально. Лаш. Опаньки. Опаньки. Ну ладно. Я то же самое написал, алло! Ну мне поэтому сказал, тебе и написали, что то же самое шопки. Написал. Да иди в жопу, Флекс. Так я задонатил маржу же, не себе. Инвалид VR? Что? Чё? Просто инвалид. Почему этого ответа не было, я читаю? Был. Был? Просто инвалид. Почему нет? Написано boring. Ну, я понял, да. Думайте. Ничего не скажу. Сильно большая подсказка будет. You drill this. It is good. Зерлучше. Отвечай. Блять. Не могу, блять. And here are your choices. Бла. Ебать. Гроб, кладбище. Это кто так написал? Блять. Сейчас узнаем. Неплохо, неплохо. Ага, этот байт не байт. А подождите, cemetery это разве не церковь? Нет, нет, кладбище. Чёрч. Это кладбище. А. Грейвьев и cemetery — это все кладбище. Ладно. Возможно, какие-то различия есть, но там не настолько. А, блядь. А. В смысле? Да вот так вот. О-хо-хо-хо. Нихуя ты! Вот это я не знаю. Все-таки Борин, прям прямое слово, да? Прям. Как бы, ну да. Ну как бы да. Ебать, да. Пиздец. Нормально. Квадкил. Установили, блядь. Опа. Еще и стейк, блядь. Че? А, не. Ну, как бы, ребус немножко, ну. Так, правильно, не угадываем, я хер. А что это перед этим? Флекс. Или трусы? Ребус. Что под Марксом? Да. Ну, это слишком подсказка. Это пушка? Я могу вам сказать, что это кепка на голове, а не пиратская повязка. Блять, вот сука, иди в жопу. Да, поэтому обычно не подсказывают совсем ничего. Вот. Что-то у меня с воображением сейчас вообще тут. Не знаю, я вообще без понятия, что это. Так что... Ну, да. У меня рандомный ответ просто. Первый пришедший в голову. Это рыба. А, не успел написать. Окей. И не ты один. Окей, я понял. Ну да. Когда правильный ответ увидишь, то понятно становится. Мой даже ответ не успел уйти. Что за фигня? Ты его не отправил. Я отправил. Ты нет. Его в не вовремя отправил. Вовремя. Тут задержка все равно. Чёрт, вот тебе. Что, блять? В смысле? Ну вот так вот. Блять, это все-таки был правильный ответ. Это... А? Что, ну, блять? Ты найдешь, что нет. Ну, камень я нарисовал, круиз поэтому на корабле. Это камень? Серьезно? Ты, да. Ты... А как, а как кепка... я тебе камень пальцем на телефоне нарисую? Кепка — это часть образа? Ты гуглишь, что ли? Нет, кепка — это типа... What the fuck? Кит? Кит? Да. Угадывайте. Молодой. Что написано? Рос? Или Пок? Это POC. Написано Джек. Ага. Что, охренел, что ли? Два причем? Два Джека, ой. Темпауэр опять, блин. Вот что-то совсем не соображаю, что это может быть. Почему у него голова... Это типа... шляпа. Даже я не скажу, какая. А почему он выглядит, блядь, как... ёбаный Сэм Фишер, блять. А, я не успел. Ну, как шар от боулинга у него там, блин, на голове. Что не ты? Батстаф, что? Опять Л у кого-то? Или единичка? Не знаю. Я единичку писал. Да, смысл? Два чёрных пирата, что? Хочу. Типа, если не знаешь, что ответить, хотя бы зарофли.
Не могу ничего задрофлить, да. Ну, бля, оставил бы пустое, но тебе какой-то рандомный какой-то вариант ответа дал. Подстав, блядь. Вдруг не поп-поп-поп. Мамака так подался, бандикой. Рандомный тебе в зачет не пойдет. Что? Да, он как дикой, блин. Серьезно? Ну да, он дикой ему будет. Серьезно, ты на Джек Дэниелс забайтился? Чё бы и нет. Алкаш и бай. Чему дранг? Чё, я не туда нажил. Вот и всё. Меня зарегал не тот вариант, я тут Black Pirates нажал. Камон, давай, Джонни Депп, слава богу. Нет. Настолько, чего? Настолько просто. Пираты Карибского моря, Джек. Настолько просто. А POC да? Тут при чём тогда? Ну, Pirates of the Caribbean. А, я был Person of Color. Ё-моё. Да, конечно. Верхик, я был. Вот здесь вы и забайтил, Паша. Time to stop. Кто где забайтил? Ну, это мой был вариант. Зачем? Я ту Black Pirates. А, ну ты почти забыл. Меня спасло. То, что меня... Хрен знает, куда улетел. Чё, заново или? А чё за галерея? Ну, можно посмотреть то, что мы рисовали, да. О, гейм-контент. Чё, мы перерисовываем или нет? Sign into witness image. Алё, блядь. Да а, давай, чё, обычно всё вроде перерисовываем. Ну, дисканах. Телефон тормозит, захер. В смысле? Прыгающая ёлочка. Ник. Что это? Не знаю. Рисунок. Две сущности Андрея. Ну, написали, нарисуйте себя, как бы, ну, всё. Пенсне какой-то, блин. Иллюминаты. Этот, блять. Вот эти игрушки, знаешь, которые типа на ветру крутятся. Детские. А почему лобу клип? Вы охренели, что ли? Кто первый зашел, тот и VIP. Я не согласен. Я не согласен. Ну, заходи первым. Может, там вообще ёба иллюминат. Нет, может же ёба. Я вид! Неплохо, неплохо. Шо это там летит? Холихенд-гранат? Это и гранат из CG. Я думал, холихенд-гранат. Похоже тоже, да. Ну, холихенд плюсика. Плюсика, крестика нет. Да. Можешь марш удиви нас. This bitch is empty. А, это не очень. Подождите, а ёба у нас кто? Я. А. Ноу! Ты так долго рисовал? Лол, мать, стартуй. Сначала я искал больше. Искал One XBet? Проблемы с DOS? Проблемы с DOS в лучшей казино, блядь. Милый, я подняла бабла. Витяка. Чё, прости. Что? Пора гуглить. Что? Я правильно понял, что это? Чё? Как это? Что? Блять. Я, чё оно так заезжает, блять? Ну, это очень... Да. Очень, это очень плохо.
там у меня слишком сложный ассоциативный ряд. Окей. При том, что мне даже гуглить пришлось что-то такое. Блять. По-моему, я что-то прям очень плохо нарисовал. Вон. Мне просто лень, блин, обновлять страницу, обратно заходить, чтобы заново рисовать. Бля. Сложно. Непонятно. Должен перезаходить. Да. И рисовать. Пока не будет Монолизы. Угу. Самое большое наебалово. Ваше Монолиза. Ну ладно. Я даже не знаю, мне пришлось гуглить это слово, потому что я впервые его вижу. Ну у меня аббревиатура вообще. Так что да. Хрен вы чё угадаете. Что? Ну, короче, это блин, вообще не очевидно, потому что нужно много рисовать. Николай? Я хз, гайс. Выпускай. Ну я понял, конечно, что изображено, так как вы говорим, так ли? Что это? Мне написали, что я это уродину нарисовал, я как бы и не спорю. Да нормально, как бы смысл понятен. Это, биганиматидис, это чей вот так? Ладно. Чего? Биганиматидис, чей? Угадай все фразы. Аниматидис. Try to pick the real title and avoid all the garbage everyone else typed in. Сейчас будет, короче, много байтов, я смотрю. Блядь, да, пиздец. Да, блядь, хрен знает, какой язык правильный. Блядь. Бесплатный дантист, блядь. Я походу забайтился. Бесплатный, блядь, дантист, что? Я, наверное, забайтился. Я тоже, наверное, забайтился, пиздец. Ну, не это. Ну, окей. Я ит! Ит! Так, да теперь ладно. Моя очередь. Да ты, Феликс, какой написал байт? Так, тихо. Что ты знаешь? Мне кажется, вот это вот его байт. Нет. Да ладно! На меня никто не забейтился. А, ты что-то написал? А, сейчас узнаю. Knocking teeth out. А я думал, выбрать. Ну я как бы то же самое написал. И дантист хорошо, кстати. Да, дантист прям... Удачи, блять, ребят. Носки поверх сандалий. Надо вот. You do this. Don't worry. It'll be over soon. Действительно, это скоро закончится. Ну или кто-то просто наступил в какашку. Двумя ногами. Санглас. Изи бустри, садись. Санглас, блядь. Камон! Он новый выкатил, я такой, ну ладно, изи бустри. Санглас. Причем главное, нет, я чемпионат всего второй раз, потому что первый раз ты мне сказал, типа, ты близко к тому, что написал. Поэтому ты завершил чемпионат. Бля, я не знаю. Решил, типа, ты... Столько байтов, блядь, просто пиздец. Пиздец, вообще, пиздец. Я забачный. А, блядь. Забачено. Я ит. Заитил себе 1000. Вот это 100 пудов байт. Да. Я думал, это байт Паши, кстати. Да ну, хуй знает, тут все байты Паши. Паша байт по-другому. Я точно помню, что... Да ладно! Паша на байте на мой. Я говорю, тут столько байтов хороших. Ебуст. Ебуст. Че-то я на дне сегодня. Сегодня ты... Ты же говорил, Паша, как тут сразиться 4000 очков. Чего? Enhanced C? Да. Вы Бараусы, что ли? Да. Чё? Я ничего не понимаю, переведи. Ну я подсказываю, что это
телешоу какое-то, телесериал. Ай, бляха-муха. Сложно, сложно. Да-да, ну аббревиатура из четырех букв. Что я вам могу еще сказать? Ладно. Не знаешь, что написать за рофли, да? А, you got the close to the real title. Я знаю, что это зашло. Ну там не это, просто, возможно, кто-то это написал. Ебанарадов, это ребус. Ну вот Naval CSI, да, практически. Насколько я понял, заголовка по названию этого шоу. Не забойчись лучше на вот этого. Точнее, не забойчись, я специально выберу. А зачем было спалить? Ну, он все спалить. А чего спалить на байт? Никто не спалил. А, то есть я все-таки аббревиат понял. А, он окей. Сразу сказал про аббревиатуру, кстати. Окей. Почти. Зачем муж? Потому что хочу. Потому что там fast as fuck, boy. Е-бой! Е-бой! Ух ты, сука! Три байта, три раунда, блять, подряд бы еще. Окей. Это я нарисовал, угадывайте. Ух, ну да. Сказку, это часть тела. Стрелочка указывает на новую. Я не знаю. Я на не новую знал, часть. Новая часть тела. Серьезно. Новая? Новая. Кто-то ввел ее сюда. Типа. Сука, как английской идиоме, скажем так. Дальше не палит. Да, вот все, вот стоп. Вот больше не могу. А я даже. Я не знаю такого, не вспоминается, по крайней мере. Ну, потом. Типа ближе к желудку. Блять, не пали, чувак. Я молчу. Ну хрен знает. You do this, хай-фай. Да. And here are your choices. Судьба-джана! Вот это тупо лайк. Ах, вот это? Ну ладно, понятно. Часть тела, это тогда не часть тела. Ну, орган. Choose something. Значит, не тот ответил? Вот вообще. А что это значит? А пока загуглю. Окей. Сюрприз мой секс. Незаконное проникновение, блядь. На частную территорию. Я все-таки забайтился, да? Ах ты ж. А, ну ладно. Я не знаю, перевод. Ну ладно. Первый попал. Что, не то, что ли? My gallbladder grew black? Yes, yes. Gallbladder? Такого даже... Желчный пузырь это. Я знаю, что bladder это желчный пузырь, но gallbladder... Gallbladder пишется с двумя L. Bladder это мочевой обычно. А gallbladder это как раз... Gallbladder пишется с двумя L, guys. Ну, я думаю, что это байт хуёвый. Up next. Devil May Cry. В воздухе рюмка, это отлично. А, я думал, это летучая мышь. Нет, это рюмка. А сверху шесть или нет? А, кстати, это было уже что-то подобное. Пом, ты рисовал, Николай? Пом, нет. Окей, here are your choices. Все варианты хорошие. Смотрите, здесь ни одной тысячи не получил вообще. Блять. Мне кажется, ли это байт, блять. Тут все будет, чувак. Nothing is true, everything is bad. Один вопрос. Пати Вич разве не наоборот пишется? Вич пати. Нет? Смотря, что ты имеешь в виду. Ну ладно. Not bad, not bad. Ну тут так-то. Хопаньки. Хопаньки. Димон шутинг Путин. Просто триггер какой-то. Димон шутинг Путин, что? Серьезно? Ну да. Настолько. Товарищ майор, мы не про это. Сейчас про чем-то, наверное. Ну да.
Ну, хоть одну тысячу получу, ладно. Причем тут 66? Ведьма, ну, ведьма не ассоциируется. Ведьма не ассоциируется с тремя шестерками, как бы. А, это сиськи были? Не, я понял, что это ведьма. А я думал, это пышные такие наплечники, как ренессанс. Я эксперта нарисован. Что это, блядь, за ультрасовременный, блядь... Это не дом. А сверху что? Тарелка там. Все. Какая? Параусы, что ли? А внутри что-то есть, да. Я просто... Блин, как я могу детализированно рисовать, если... Там нужно детализация. А я не могу, слишком крупно. Ну, значит... Придумывай альтернативный вариант отображения, где не нужна детализация. Просто надо еще как-то вид... Знаешь, это был проект, все как-нибудь, чтобы там... Высоту видно. 3D-модель отрендерит. Короче, вы... Ну, не отгадает, потому что, ну, как я еще изображу то, что это... Мы сейчас узнаем. Это... Driving Simulator, что? Понятно. Ну, почти рядом. Там кто-то написал, но не совсем. Просто как... Да, и... Окей, это байт ваши, но окей. Короче, сейчас узнаем, на меня ты забайтился или нет. Ведь тут везде байты, Паша. Я думаю, нет. Ну, тут да. Тостера у меня какой-то у меня, блядь. Окей. Не, вот это мой, тот, который ты выбрал. У меня. Я никогда. А при чем тут тостер, блядь? Ну там как бы. Это. Ну как бы понятно, что ты пытался изобразить просто. Как я шарю на тосты изображу так? Можно было отразить движение просто вверх. Значит, этими палочками. Ой, это самый простой просто из всех, что можно было сделать. Ух, ёпта. Отлично, просто. Ну, у меня не хватит изобразительских искусств. Сойдет. Думаю, поймет. Хватит жрать. Завидуешь? Да. И нам тебя. Ладно, я надеюсь, что вы поймете как минимум отсылку на то, что я хотел изобразить. Короче, ладно, не знаю. Ну... Геймфлор скачалась. Кто скачал? Что скачалось? Геймфлор? У меня давно скачался. Нужно будет поиграть. Ну, это завтра уже, наверное. Ну да. Ну, я на ночь, потому что у меня завтра пар нет, у меня все отменилось. Потому что отчислили. На следующей неделе вообще 2 недели каникул будут. Из-за Пасхи. Бра. Чё? Что? Тут даже детализация. А что это? Это типа 3 сигареты, воткнутые в половинку черепа или что? Это немножко другая вещь. Несколько. По ответам поймешь, на самом деле, это будет верно. С ответом ты, может, пойму, о чем мне тут придумать. Чтобы забайтить кого-нибудь. Зачем байтить, когда можно рофлить? Я без понятия, что это такое. Просто вы не ту перспективу видите на ней. Да, ну, понятия не успел написать. Вот. Да. Тут настолько, да? Да. Окей. А, я типа... А если это байт, то не знаю даже. Я не успел, если это байт, то это лучше байт, если что тут было. Еще рофлите, блядь? Да. А что? А что это за говно? Не успел отослаться, поэтому моего байта тут нет.
Окей, вообще никто не угадал. Вы что делаете-то? Серьезно, это Spy Glasses? Да. Я бы сказал, что это действительно какой-то грим, блядь. Значит, сделал байт, а сам не понял, что это то же самое? Так я думал, что, знаешь, тут разнообразие английского языка и типа goggles, glasses. Что даже не было похоже. Ну, удачи. Блять, сука, я забыл. А я понял. Ну, наверное, нет. Ну, ты мог частично понять. Ну, мне как бы даже не сказали, что я прав, так что... We drew this. Maybe consult a doctor? А, блядь, я проебался. Ну, у тебя 7 секунд. Да, я уж написал. Окей, here are your choices. Я ж их не знаю. Ну вы поняли, кстати, кто это. Это уже успех. Я, возможно, понял, что правильный ответ. Ой, блядь. Ну как бы тут один единственный не попадает в это. Мне больше нравится два ответа. Линкольн на Линкольне, блядь. Да, с разным написанием. Да. Да ладно. Окей. Выглядит так, как будто у него в голове Бастер Сворд, блять, из седьмого финала. Ну, блин, у меня палец соскользнул. Опа, забущено. Серьезно? Ну, как бы да. Ну, да. Он там улит, по электричеству. Электричество, типа... Я говорю, тут как бы... Если бы не было значка молнии, можно было бы что подумать, а тут так... Изи просто. Ну, изи 4000. It's okay. Действительно. Ну я не знаю, как еще это говно изобразить. Значит, что it's okay не имеет отношения к загаданной фразе. Да? Но суть вы поняли, да. Guess I'll just die. Guess I'll just die. Окей. Окей. Ну хрен знает. Ба. Сейчас машина занята. Все, денежку нельзя писать. Может, двоечку написать? Напиши уже что-нибудь. Ну, уже ничего. Ну, я думаю, все-таки вот это. Ну, хрен с ним. Ну, мне кажется, ты изи. А, возможно, даже вон то. Окей. Окей. Да ладно. Нет. Окей. Ну это могло быть правильным вариантом. Опа, наебал. Ну да. То есть настолько черная шутка. Ну, бабушка в огне, что тебе не нравится. Пиздец. Правда, не видно, что это бабушка. Ну там я нарисовал, что типа с клюкой идет. Нет, это понятно, это и дедушка мог быть с клюкой. Перенесла. Понятно, что и дедушка мог быть, но... Перенесла операцию просто. Да, ну кстати, это как бы да, похоже кстати... на то, что демоны из ада ее забирают. Да, кстати, можно было назвать Ану и вот это вот, когда, типа, горящий это аватарка. Что это же? Он на туалете, гайс. Он на туалете. А это туалет такой? Где ты? Ты где срёшь, Николай? Как бы это в том-то и суть, что это туалет. Ну ладно, будет трофловый ответ. Ладно, я тоже, пожалуй, порофлю немножко. Прям чуть-чуть совсем. Прям совсем чуть-чуть порофлю. Если там будет хоть одна шутка под батферт, я ухожу, блядь. Ну, почти. Куда ты уходишь, в туалет? Есть два стульчака. Николай, видишь мою отсылочку? Я, возможно, я даже... Знаю, я вас... Блин, это по-любому байт флекса, блядь, я отвечаю. Да, наверное. Не, мой тут не имеет отношения почти. Not bad. А, ну ладно, байт лоу, мы когда...
Бля, вот это стопудом байт. Сука, байт. Нет. Да. Ёб вашу мать, а. Да ладно. А что это, блядь? ДД? Если это three shells, это будет пиздец. Биде — это не туалет, идиот. В него не сушь, человек. Блядь, простите, я не знаю, как будет биде, блядь, по-английски. Нахуй. Ну, биде — это биде. Биде — это биде. Ну, причем тут туалет? Потому что слово-то не читается. Николай, не срут биде обычно. Чего там с ней? Smile off. Fresh. Ну, это типа магазинный прилавок, что-то около того. Серьезно? Да. А, я понял. Тут изи, тут изи на самом деле. Наверное. Ладно, будем рофлить дальше. А снизу это доллар? Ну да, где просто цена, но она... Правда, она очень не особо хумит. Ну ладно. Пятёрочка. Деодорант, блять. Кто рухнул в отсеке, что? Чё? Что? Ну, кто рухнул? Кто рухнул в отсеке? Ну, старая шутка от уральских пельменей. Очень старая шутка. Пятёрочка, блять. Мне больше нравится, как дезодорант. Забайчено. Сука! Так... Нормально так квадки лапят. Ты заебал, блять. Ты заебал, нахуй заебал, блять. Обычно... О! Николай вернул. Fresh smell? Ну, блять. А почему магазин тогда? А почему магазин-то? Просто так. Просто так. Это типа костюм. Я... Это кино, да? Окей, я понял. Не пали дальше. Все, я молчу. Сейчас, по-моему, будет ваш ответ такой же, да? Угу. А я не понял, ну ладно. Ну я понял, да. Я не понял, ну ладно. Я уже спалил всю контору, поэтому... А! Ну а! Я понял. Два жестких байта. Пиздец, два жестких байта. Вот такие вот очень близкие. Причем второй очень близкий. Да. I need healing. Ну да. Бан. Нет, Андрей, это не черножопый. Это я написал. Окей. Чё? Это не правильный ответ? Что значит, самый длинный, что ли, ответ был? Сейчас узнаем. Чё, я один не забайтился, что ли? Вы чё, офигели? Вдвоём. Похоже на то. Ну, вдвоём, да. Или это бой. Окей. Вон оно чё. Причём я слышал, что это... Омах-то... Говорит, потому что самый близкий. Ну я же на дне был, что ты охрен. Слышь, на каком-то дне был, блядь. Я начинал, у меня была тысяча. Ребят. Морж. Папа! Я. Ты помнишь тот вариант, где ты просто так нарисовал цену? И из-за этого на Фрексе забайтись 4 человека. Я проиграл из-за тебя, Морж. Проиграл из-за тебя. 200 очков. Так ты меня забайтил обратно, чё ты тут рассказываешь? В этом же вопросе ты 500 вернул обратно. 500, ты получил 2000. Лол, Мак! Чё? Чё, блядь, нажми на кнопку, блядь. Кто VIP там? Лол, Мак, запускайте. 200 очков, Морж. А если я просто даже это бы не написал, то нечего было бы отгадывать. Положить 2 плюс 2. Еее, я первый. Интересно, все забытельства сгорели, зашлись. Дрофли там, что ты думаешь? Угу. А,
Я это подолью масло в огонь. Что, ну-ка. Ты меня триггерить будешь своего аватарку, блядок, да? Не мрдался, блядь. А вон там у кого-то ник. Местечко Форж. А это кто? Калигула? Да. Андрей вам третью ногу отрастил. И засовывает ее в новую часть тела. У, сука. Вот сейчас хорошо было. Бесечков морж, это Антон? Да. Так, я пока к корму схожу по-быстренькому. Угу. С курни. Наверное, не последнюю. Это лицо орёт. 200 очков, марш! У меня голос чуть-чуть сохнет, походу. Ты офигел? Нет. А. Зачем ты Калигуле забросил про беды? ПТС написано или что? ПТС. Сука. Шутка про 200 очков. Вот это по полэкрану про 200 очков. Это типа для верности за стрельцы повесится. А если 300 очков было бы, то было бы 3 способа убийства. Ну, можешь, короче, как может, обычно, ты еще рисуешь, да? Почти закончил. Если это был не по 200 очков, это бан. Это бан. Это не про 200 очков. И такой бах, ёл, пропадает. Блядь. 200 очков, блядь. Ложечка переходит в зрительный зал. Я буду это делать не вечно. Сука, красиво. Блин, что-то тоже хол слишком. Красиво. Да ты неплохо, блять. I had a crazy feeling there'd be six of you. I'm psychic. Let's get away from this menu screen, huh? No. Okay, I've sent a prompt to each of your devices. Things that are kind of weird. Like Greek chorus or recumbent bike. Draw a picture on your device that would have that title. And when you're done, hit send.
you'll get points for each player that can correctly guess your title. So, good luck! Не буду выебываться. Блять. Мерзить, вот самый мерзительный рык это, блять, в этой игре. Сейчас такой. Андрей, а еще у Андрея. Рык Вильгельма. Total mess. I love it. Let's see the first piece of art. Окей. Бро. Что, блять? Так, Дум какой-то. Дум какой-то. Ой, я что-то отошел, я вас не слышу. Что ты слышал? Кабал. Что смокит, блять. Ты отошел покурить и говоришь, я пойду покурить. Я такой, ой, блядь, вот это идея. Here are your choices. Which of these titles do you think really inspired this drawing? Ну да, ты, ребят, просто по-любому всем по лайку. Байт флекса, блядь. Я прям отвечаю. Блядь, там кто-то шуршит, блядь. Бля, чё выбирать? Пикачу, я выбираю тебе. And here are your picks. Блять. Ну, я ж сказал, что это байт Флекса, блять. Ну, это очевидно. Флекс там умер, что ли? Бля, вот это вот неочевидная хуйня. Я это написал! Я это точь-в-точь, сука, написал! Иди нахуй! Иди нахуй, короче, блять! Иди нахуй! Я это вот прям слово в слово написал! Ну, я написал, тоже, но мне выдало... Было что? Выдало типа, а кто-то, это уже кто-то написал. Ну да. Ну или это правильный охуеть. Ответ, так все. Охуеть. Ход? Лоу. Да тут же очевидно. О, в прошлый раз не понравилось, ну вот, пожалуйста. Что тут нет, что тут очевидно? Все. Мне не очевидно. Here are your choices. Что ж тут может быть-то? Хот-брич. Хот-брич. Похуе играть. Let's see what people picked. Чё, серьёзно? Блять, вы, блять, могли забайтиться. Иди нахуй! Серьёзно? Заебал, блять. Я вам даже сказал, то, что там все. Просто Паши фармит молодых. Что-то как-то прям, ну вообще. Пиздец какой-то серьезный. Нашли где гореть просто. Ну, удачи, ребят.
быстрого. Блять, еще под этот Николай, под твою аватарку. Просто охуительный звук. Если сказать, блин, Николай, ты синий? Я синий. А, Калибу синий? Да. Окей. Кто не написал? Я не написал. А, уже я не успею написать, что хотел. You drew this. Yay! Окей. Хайнун, блять. Где ты Хайнун-то увидел, блять? Клок панчинг, битинг за клок, смеш тайм. Что, блять, биг бэнс бэнд, что? Да я вот этот вот небось бэйд в хер. Да похуй, вообще похуй. А, окей. Я даже очепятался, ну чё? Если ты имел эту банду как ОКГ, то это по-другому вообще немного. Нет, нет, я просто очепятался очень сильно, кстати. Кстати, да. Ну а как еще это нарисовать? Я не знаю. Что? Что написано? Кранч. Знаешь, что такое кранч? Да, понятно. And here are your choices. Кто это рисовал? Омак. Yeah. Ладно, окей. Это скорее всего байт, но я не... Почему это какая-то, блядь... Улитка с ветрянкой, блядь. Да, блядь. Выбирал из двух, выбрал, все равно нет. Значит, я сейчас западился на Пашу, я так понимаю. Да нет. Потому что она хрустит. Ну да. Холодная, остывшая, она же твердой становится и хрустит. Ну не знаю, вот делаю домашнюю пиццу, она хрустит тоже. Ну, что она пережаренная, засохшая. Да. Ну нет. Ну не холодная. Ну ладно. Чё, no money. Wife left, fired, found cancer. Требуется за 300, я знаю, да. And here are your choices. Ну пусть будет это. Ну это по-любому байт флекса. Да. А, не флекса. Нет, тут грамматические ошибки, это не байт флекса. Вот это байт флекса. Ну да, это понял. Вот это вот. Падла. Depression? Нет, I'm ruined. I'm ruined. My first words is a baby. Ну да, заруинил всем катку, блядь. У, сука. Мне морф прошу катку. Репорт, блядь. 200 очков раз, блядь. Ну вот видишь, как я смотрю на все это дело. Что, блядь? Чё? Это... снизу ЗЗЗ?
Тут опять обидно. Да пошел ты, дай мне написать. Here are your choices. Компания финансов реформ. Это шутка про американскую политику. UFC, блять. KFC, блять. Я не понял. UFC. KFC. Кебаб Нурмагомедов против Конора Макнагиса. Ладно. Я не думал, что вообще кто-то... Его же обвинили в изнасиловании. Кого? Макгрегор? Макнагиса. А, ну, Флекс, блядь, ну, ну пиздец фармила. А какого черта мой, я два раза ответ отправил, мне говорит еще раз напиши, пошел он просто в жопу. Мне сейчас игра заруинила катку. Блять, и как это рисовать? Блин, это надо срисовывать, пиздец. Что? Вы ушите на день. Я как по-вашему это сделаю? Ну, я не знаю, как еще это нарисовать, блядь. У меня так, у меня таких навыков нет, но похеру. Навыков у нее таких нету, блядь, рисует вечно тут ебаные произведения искусства. Но сейчас не удалось так-то. Нарисуй какое-нибудь говно, мы будем угадывать. Ну, я уже это делаю, погоди. Это спойлер? Там его руку дорисовать не нужно, чтобы еще прилистичнее. Просто она и так обрезанная. Right, что one. Это, блядь? Как-нибудь уже напиши. And here are your choices. Да, другое все равно. Что-то я смотрю, последние, блядь, несколько этих, вообще никаких особо рофлов нету. Чуть все такие серьезные стали. То, что 200 очков. Да. Let's see what ага, блядь. Да, она была ту шутку запихнуть мой рисунок. Окей. Окей. Ладно. Ну да, тяну. Ну, почему бы нет? Ну серьезно? Просто пошли. Флекс, иди нахуй, Флекс. Еееее. Что-нибудь за правильный ответ вообще дают? Вообще, как, почему это солнце? Еще и стрики. Да. Пошли вы в жопу все.
Блять, кто-нибудь сегодня выиграет, кроме Флекса вообще? Кто-нибудь в принципе выиграет, кроме Флекса? Что, блин? Ага. А в первом дрофле, если угадаешь правильно, то дает очки, да? Точнее, не дает очки, а просто пропускают ответ. Блять, я не успел написать. Okay. Слишком сложно, блять. Oh. Серьезно? А кто сейчас отвечает? Через... Мой. А, тогда можно выбрать правильный ответ. Наверное. Не хочется. Это байт? Это байт? Да, это байт. А, что? В скобочках нет. В скобочках нет, да. Ты говоришь, что ты отвечаешь. Ебучий фармила. Давайте просто Флексу забаним. Да, наверное, да. Азор подсказал не так, что пришлось отвечать правильно. В смысле? У меня стрик, почему мне не дали? Вперёд. Ладно, раз уж Паша все равно выиграет, хоть поровну. Че терять-то? Хуй знает. And here are your choices. Душбэк, блять. Похуй. Просто похуй. Почему душбэк? And here are your picks. Да, блять, ну что это такое? А, ну, хотя... Что бы нет. Teenage. Да. Серьезно? Да. Брэ. Серьезно, брэ. Ну, все равно. Подходит. Стрик, блять. У него. У него вообще 6000 очков, молчи. Мэ. Что мэ? Это, блядь, я, если я сейчас открою рот, вы все угадаете. Так закрой его лучше. А я понял, что это. Как бы это сразу было понятно, но. Это же поднос, ребят, поднос. Да-да, поднос, конечно. Дикузи. Да, блядь. Искузи. Искузи. Окей, not bad. Окей, ну давайте, да, давайте хотя бы на это. Все сразу было давай. Понятно. Слава богу. Где тут окно, блядь? Ну вот, видишь, ну, это окно. Ну это оконная рама. Это вид из окна. Охуенно, блядь. Тебе надо... Хотя, ладно. 20 тысяч очков у меня.
А у следующего 11. Андрей, кикни его. Творог, блядь. Творог. Творог, да. Да нет, творог, а не творог. Творог, блядь. Что это творог? Я вообще нихера не понимаю. Что вы делаете? Что это такое? Вообще хрен знает, я в этот раз у Гугла спросил. Ничего не понимаю. Си творог, что? Си творог, блин. Вот этот чиз. Ну это творог по-английски. Бля, хуйня невкусная. Бля, ты усилен? Иди нахуй, короче, просто, блядь, в бан нахуй этому молодому человеку. Да ладно. Ну да. Как сложить эти, значит. Ты серьезно, блядь, ты меня забанил на эту хуйню? Серьезно, блядь. Да. Иди нахуй, короче, блядь. Изи. Изи, блядь, просто изи нахуй. Да. Просто, блядь, сука. Высушен. Иди нахуй, короче. Да раз. Что? Удачи. Маленькая подсказочка, Олмуку должна быть это знакомо больше, чем остальным. Да, 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 да. Особенно кое-кому одному из Иисус. Ну да, действительно. Кому бы. Ничего не понимаю, но пофиг. Quick, type in anything. And here are your choices. Стрит перформанс, блять. Что, блять? Oh. Вы чё? Ну ладно. Боже. And here are your picks. Серьезно? Ты такое забыл. Ну это вот там доска, да. Ну а как еще это сразу рисовать? Я сразу увидел. Блять. Посмотрите на этого блядь. 200 очков, блять. Каллигула, ты можешь ему написать бан. Я еще и по лайкам копну. Че, ну че, еще по одной? Ну, может, без флекса, например. Ну и тоже. Я пойду гляну Killing Floor. Да подожди ты, ну давай еще последнюю, иди гляди. Да, в смысле, блядь, последнюю, я уже заебался, блядь, уже байтится на вашу хуйню, да, сука, иди нахуй! Ты. Да Паша не будет. Кто, блядь, Паша это, не будет, я понял. Хуйню, ты написал эту хуйду, я на нее забайтился, блядь, два варианта. А что ты горишь-то, блядь? Пиздец. Игра как бы про рофлы. Антон. Что? Ты здесь? Да. Ты будешь? Я уже зашел. Куда ты зашел-то? Мы тебя тут не видим. А я себя вижу. Это ты морж, что ли? Это я морж, что ли? А морж ты тогда? А морж ты не дал. Я еще не зашел. Я пока еще что нарисовать. Ну ты зайди и думай. Время не ограничено. Окей. Футадик. Ну это бан, блять.
Ты банишь за фотонари, ты чё, охуел? Да. Значит, на девок и двое стреляй в упор. Да. В смысле, на девок? Слышь, блядь, я не на девок... Да, на девок. Футонари, да. Футонари, блядь, это ебучее извращение, блядь. Фу, блядь. Члена девочка. Бан, блядь. Нравится. Это бан, блядь. А еще это минус уши, я знаю. А, я похоже понял скрытый смысл в рисунке Ломака. На самом деле Ломак девку с хуем, я понял. Ебучий трап, блять. Вообще-то трап это... А, ну да, да, кстати. Ну, действительно, да. Кто такой трап, блядь? Тот, кто, как бы, ну... Трапиславский. Как бы... Нет, трапы футочки. Сдываются на... Вообще он сдувается на трапах, а? Убираются вверх. Сайт беспилотов, беспилотников. Ну, а у них же там логотип был. Мы все, да, все. Ну да. Точно. Там я столько... Их 200, блядь. Через. Их 200, блядь. Awesome. You'll each have two rounds to embarrass yourself. Let's get going. Okay, the drawing prompts have gone out. They should be on your devices now. Что, блядь? Something kind of weird. Like cat inception or I don't know. Я без понятия, как это, блядь, рисовать. Что? You'll get points for each player that can correctly guess your title. So, вот они когда... Ладно, неважно. Вообще сейчас очень тупо будет. Выживай так. Это лучшее, что я смог придумать. Это тупая картинка. Чё? Как всегда тупо. Да. Что, я здесь? Я уже нарисовал. Чего тебе на аватарке? Да не важно. Картинка. Мамка твоя. На наш мертва. Вот именно поэтому настройка зеленая. Ты там это не умри, блять. Как моя мамка. Подсказка, эту хуйню на Хэллоуин делают. Макают члены в миску. А чё он такой недовольный? Это не миска. Но близко. Голова чья-то. Вот мы сказали, мы его что ли. И кто-то опять сейчас проебется, блять. 5 секунд. Я проебался. Напиши что-нибудь уже. Ну, у меня изображение-то хуевое. Ого. Как вот это вот изображение. Есть две миски, блять. Ну, ладно, это изи. Let's see what people picked. Ну да. Бан, блять. Изи.
Ладно. Что, блядь? Это пи, если что, английский. Ну, понятно. Я не знаю, оцените ли вы мою рафлямку? Жги. Ну, жгу. Только опять же вопрос, вообще кто поймет отсылку? Отсылка к анимации по Overwatch'у? Нет. Во-первых, поймете ли вы, что из этого моя отсылка? Ну хотя... Окей, here are your choices. Я думаю, ты понял, Николай. Я не знаю, какая из них твоя. А, она чем-то ржала тогда? Над нижней правой. А, окей. Ну, это мое. Окей. Ну, ладно, on, ладно, понял. Рафлянку на никто не оценил. And here are your picks. Нет, планочка хорошая. Ну, бан на Твиче, я пи. Ну да. Слово, на, слово на букву пи. Пи-ворд, да. Да. Позже и пи-ворд есть. Я знаю, я на айпэче у нас. Ну, ксодонит. Этот самый нетрадиционный ориентации. Ага. В грубой форме, который нельзя называть на Твиче. Майк. Нам реально за это банят теперь. Да. Вот на русском. Да. Да, вот прям на русском. Это какое слово произведение? Садомит, только, ну, в грубой форме, на букву П. Серьезно? Да. Да, и в это чате, и стримеров. Майк, ну, что нет? Майк, блядь? Дреда поняли за это недавно. А, кстати, Папича второй раз за что забанили? Папича за что второй раз? Вообще хз. Первый раз ладно, а второй что-то я профукал. Окей. Ну так я, наверное, про первый раз говорил, так ты когда Тараска, ты помнишь, да? Да, да. А второй хуй знает. Ладно. Все-таки куда банальнее все, да? Да, очень банально. Да. Я не знаю, почему это Майк Вазовский. Удачи вам. You do this. It is good. Да. Опять тут сейчас проебется. Okay, here are your choices. Всем пакет в этом чате. Okay, who picked what? Ну, это очевидный байт. Даже очень. Да. То чувство, когда даже тут флекс байтит. Ну, хоть ну вот как нарисовать французскую ваниль? Like it, я не ебу. Слышишь, вот так? Окей. Женеманс, пассижур, блядь. На пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Типа того. Что, блядь, это нос? Мор. Что такое мор?
больше. More. А? Муар. Типа больше. Так муар. Ну, блядь. Are your choices. Видим Годзилла, блядь. Годзилла! Видим Годзилла, блядь. Сашука написано, кстати. Кто? And here are your picks. Ладно. Бан, блядь. Он там вообще, по-моему, умер, сгорел полностью. Волмак. Он там уже сгорел. А как твой стол? Заебался, байди. У него ноль до сих пор, блядь. Совсем ноль? Да не, нет. А, нет. Он нормально. А, он втором, нихуя себе. Он на втором месте, если че. Ух, ёп. Опять начинается. Окей. Мелочь. Блять, да я даже не знаю, как это правильно перевести, блять. Знает. Да вот и эх. Я просто даже без понятия, как перевести эту фразу, блять. А мне тут непонятно, что это будет. There's only about 30 seconds left to get that drawing in. It would be such a bummer to lose it. Ding, ding, ding. Мне, походу, просто неправильно, блядь, я это давно перевел, и все. Ладно. Okay, ладно. Что, крутой эпик, блядь. Ой, блядь, крутой эпик, блядь. Бронь 847. Бронь? Бронер. Да знаю я. Полу опять боится на всех подряд. Слишком много банов, ребят. Да-да-да. Концентрация банов на одну конфу слишком превышает предельно допустимые нормы. Сейчас нас Росбаннадзор завалит. Справа сверху схематичное изображение того, что внутри. Thank you.
Насчет этого названия? Они издеваются, что ли, блядь? Что за ебучая игра, блядь? Я с тобой согласен. Калигула, дай угадаю, что ты написал. То, что слева сверху. То, что слева сверху. Один, блядь, в один. Один в один. Да. Самое же интересное, оно сбрасывает это, блядь. Ну, он тебе типа разрешает забайтить, как бы попробовать. Нет, я понимаю, а зачем ты текст, блядь, очищаешь мне в строке? Это проблема, да. Никаких байтов сегодня, да. Нет, я понимаю, что я бы вряд ли кого забайтил этим, но... Блядь. Ну, тут немножко, да. Обидно. Я тут, блядь, сидел, блядь, писал. Времени мало даю тогда на написание. Такие длинные фразы я пишу, блядь. Что это, блядь? Что ты написал? Я понял. А, аллергия. На что, блядь? Ну, типа, там две полоски, чувак. Блядь. Mission failed. We get him next time. Че? Про аборт Мишин это твоя? Нет. А его Анзе пропустил. Да ладно. Вообще там Mission failed? Ну, ну да. Тут лучше вот это подойдет. Mission failed. Бля, ты че рофлишь? Аллергия на шприц? Серьезно, блять? Я даже, по-моему, с ошибкой написал это говно. Allegory of Pergancy, на это, блядь, заботились. Да, ребят, что я. Ты знаешь, My London is very, very good? Как бы... Пошел в London School. Да. Мой английский настолько охуенен, что я обойчусь на каждое говно. How allergy tests work. And now this one. Он его за пипёрку держит, блядь. Трип. Ладно, порофлим. Я надеюсь, я правильно это говно написал. Я очень на это надеюсь. А, серьезно, вот это вот? Если это так. Зебру, я прям что. Если это носорог, то какого черта он полосатый? Серьезно? Почему нет? Шутки про дрочку как бы вечно. Зебра. Три чувака едят зебру, окей. Не буду говорить слово. Да нет, тебе ты можно. Лордмен. Говорить еще можно, кстати. Кого говорить? А вот... Я не буду это говорить. А вот на аватарке рисовать мемы ты уже не можешь. Ну типа это не говно. Если что. Ну и что? я понял. Вообще не говно. Я даже не ебу, как это правильно перевести, не то что нарисовать. Возможно, меня сейчас просветите. Потом. You do this. Enjoy this moment.
Да, блять, да, сижу, блять, пипирку вынул и наяриваю. Чё, правда? Да. Не надо. Да фак. Причем тут фарт? Ой, кажется, я спалил неправильный ответ. And here are your picks. Как это говно перевести? Мелочь. Ну, мелочь. А что такое луз? Потерять. Не обязательно. Монет. Все равно флекс, блять, выиграл, но ёб твою мать. Да вы охуели, блять. Еее. Ну и опять полайкам ко мне. Чё, я думаю, на этом все. Да, наверное, давайте все на сегодня. Спасибо за игру. Спасибо. А, кстати, у нас... Подожди, у нас же было наше говно, блядь. Ну, в следующий раз шутить. Созданное. Не, подожди, мне даже интересно, смогу я его вообще выбрать, блядь? Вдруг, если... Да, кастом эпизод есть. У нас же наше говно было, блядь, создано. Ну ладно.